Явно усталость, немощь. Оборотни узрели эту земную болезнь у инопланетников и стали думать сообща, как и вовсе извести их навсегда. И как все господствующие классы решили совершить это действо чужими руками. Нежны и ласковы они стали с лидерами вампиров. Умные беседы с ними вести, дружбу налаживать. Одной мы кровью, одна мать у нас. А кто такие марсиане? Чужой, неизвестный нам народ. Вы бы приглядывали за ними, а то фортуна на барышня привередливая. Сегодня с нами, и завтра на их сторону перейдет. И нам землю под ногами искать придется. А для вампов земля – это святое. Это и кровь, и пища, и возможность пошлину отдать хозяинам, чтобы они их организовывали, обучали и от житейских бед защищали. Страх одолел народа. Создали они разведывательный отряд. Установили постоянную слежку за потенциальным противником. В ходе наблюдений выяснилось, что ворог мрет от какой-то неизведанной болезни. Собрали оборотни всеобщее...